вчера после работы заехал к младшенькой, к дочери. Она нам гостинцев передала. Вечером сели с супругой, поужинали. Заехал дочу попроведать, она тут вкусняшек надавала. Сейчас будем дома с супругой стройнеть. Вот такими вкусняшками угостила нас дотя. Ну, часиков 7 вечера я прилег на диванчик полежать, отдохнуть. Ну и полежал. Проснулся сегодня в 6 часов утра, встал, позавтракал и опять лег спать. Встал в 10 утра. Нормально, я поспал. Отлично. Давно я сколько не спал. Там у нас уточки плавают, плывут. Здесь их мостика кормят все время. А они вот плавают. Люди подкармливают их. Почти ручные. Это сыночек наш. Пошли домой. Морда. А, морда. Эй, иди сюда. Пошли домой. Джексон, эй. Да, пошли домой. В церкви такой прудик есть. Здесь даже рыба есть. Правда, не знаю, не видел, чтобы кто-то рыбачил. Но рыба есть. Есть довольно крупная. Не знаю, может щучка, может окунь. Мелочевки, конечно, здесь вообще много. Дети постоянно кормят хлебушком. Ну, выходной сгоняли немножко в спар, продуктами затарились. Интересно, откуда молодой картофель среди зимы